Привет, друзья! Это телефон на базе Android, в данном случае это Xiaomi, и сегодня я покажу, как на нем создать два WhatsApp. То есть вы сможете пользоваться WhatsApp с двух разных сим-карт. Делается это с помощью клонирования, оно поддерживается практически всеми современными прошивками, так что проблем быть не должно. Как я уже говорил, это Xiaomi, про клонирование на других телефонах я уже рассказывал, ссылки я оставлю в описании. На рабочем столе вы видите иконку WhatsApp. Это основное приложение. Здесь заходим в безопасность. Опускаем страницу. И нажимаем клонирование. Здесь мы видим список приложений, клоны для которых мы можем сделать. Среди них, разумеется, есть WhatsApp, поскольку это мессенджер. Нажимаем на него. Далее нажимаем на переключатель. Готово. Клон WhatsApp был создан. Но здесь мы его не видим. Почему? Потому что он создается на последнем рабочем столе. Открываем. И видим клон WhatsApp. На нем есть специальная метка. Если мы откроем WhatsApp, нам будет предложено пройти регистрацию. Вот так это выглядит. Если вы захотели удалить это приложение, удаляйте его как любое другое приложение. Например. И нажали удалить. Готово. Клон удален. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.